В Твери открывается новый медицинский центр. Клиника под названием «Медпрофи» начинает свою работу в одном из самых оживленных мест города – на проспекте Калинина. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием – производство лучших отечественных и зарубежных компаний. Транспортная и пешеходная доступность – несомненно, огромный плюс центра «Медпрофи». Однако для любого медицинского учреждения, конечно же, самое главное – люди и оборудование. И с тем, и с другим здесь полный порядок. Штат укомплектован полностью. Учитывая перечень специалистов, можно сделать однозначный вывод. На проспекте Калинина открывается полноценная поликлиника, где пациентов ждут врачи практически всех профилей. Акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, хирург, флеболог, уролог, проктолог, эндокринолог, терапевт, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, врач эндоскопии. Мария Коновалова – один из таких специалистов. В центре «Медпрофи» она занимается диагностикой сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, именно они являются самой распространенной причиной смертности, особенно у людей старшего поколения. Мы проводим комплексное обследование. Это электрокардиография, спирометрия с лекарственными пробами. Проводим холтеровское суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ. Можно выполнять многосуточные исследования для диагностики сложных нарушений ритма. В своей работе специалисты здесь используют только новое и причем лучшее оборудование производства ведущих зарубежных и отечественных фирм, таких как ДРГМ или Пентакс. Однако это не отразится на ценах. «Медпрофи» ориентирован на основную массу пациентов. Мы ориентированы на большую часть жителей нашего города. Это средний класс. У нас предусмотрена система скидок пенсионерам и скидка в день рождения. Поэтому я думаю, что пациенты оценят наш труд, наши вложения и останутся довольны качеством оказанных услуг. Качество в нашем центре стоит на первом месте. Центр «Медпрофи» с его просторными светлыми кабинетами и коридорами начал свою работу с нынешнего декабря. Специалисты принимают пациентов по записи с понедельника по пятницу с 8 утра и до 8 вечера, а по субботам до 18:00.